усыпляйте. Собака родила 10 щенят в снегу и лежала обессиленная. Когда мужчина решил ей помочь, произошло невероятное. Алексей шел в магазин, и на пути ему повстречалась еле живая собака с только что родившимися детенышами. Мужчина с добрым сердцем стоял рядом с замерзшей собакой и ее потомством, думая лишь об одном – лишь бы не приехали службы и не усыпили эту бедную семью. Алексей, недолго думая, обратился через соцсети в местную организацию по защите бездомных животных. Волонтеры оперативно выехали на место, узнав о случившемся. Новорожденных щенят смогли поместить в одну картонную коробку с теплыми полотенцами, а собаку-маму перевозили при помощи переноски. У мужчины в голове крутились только одни мысли. «Лишь бы помогли бедняжкам и всех спасли. И...» Только бы их не усыпили, детеныши и маму. В этот самый момент Алексей начал публиковать объявления на всевозможных форумах об этих милых собачек и искать для них подходящие семьи. На одном из форумов мы нашли данную историю. К счастью, в Центре помощи животным оказали качественную помощь и продолжают заботиться о малышах и рожанице. На сайте было указано, что Алексей сумел пристроить в заботливые семьи троих щенят. Двоих уже забрали из приюта, остальные набираются сил и ждут своей очереди, чтобы обрести любящие и добрые семьи. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик и оставить.